185 сантиметров, весом 94 килограмма, из города Электросталь, да будет месиво, дорогие друзья! Вы снова смотрите Горький Сити Рестлинг. И, наконец-то, матч за хардкор-титул GCW. На арене появляется претендент номер один на хардкор-титул Алексей Хитрых, который получил право биться за него просто совершенно в крайне кровавом матче против Александра Набиева. Да, зрители говорят совершенно правильно, сейчас будет месиво, зная Алексея. Ну и в конце концов матч за хардкор титул GCW. И сейчас мы увидим как раз таки чемпиона. Симпатии зрителей полностью на стороне Алексея. Он действительно долго шел к этому моменту, возможно, всю свою жизнь. А вот, собственно, и он, первый хардкор-чемпион GCW из Клайпеды, Литва, Владислав Салдаев. И выходит он не один, а в сопровождении своих новых коллег, если можно так выразиться, которые образовали некое подобие группировки на предыдущем шоу GCW Live 9. Досталось и генеральному менеджеру GCW Евгению Демидову, который, к слову, является специальным судьей в этом матче. Таковым он был и по изначальным планам, потому что, как вы знаете, чуть позже Евгений объявил, что будет судить все матчи на GCW 10 коронация, что вполне оправданно. Да, вот он, Владислав Салдаев с флагом Литвы. Абсолютно уверен в себе. Но на его месте я был бы куда осторожнее, ведь матч против реально жесткого бойца, который доказал, что с ним шутки плохи. Да, кстати, вот и Александр Набиев как раз-таки, которому досталось от Хитрых. Обратное тоже верно. Ну и что же, на кону хардкор титул GCW. Да будет месиво. Вот да, этот матч обещает быть жестоким и кровавым. Я напомню, что у Владислава Салдаева серия побед в хардкор-матчах. Удастся ли Алексею прервать эту победную серию Салдаева? Вопрос спорный, конечно. Тем более, учитывая, что неподалеку возле Салдаева ошиваются два его новых компаньона. Итак, рестлеры сходятся, сцепка. И Салдаев поворачивает руку Хитрых. Алексей Хитрых сам уже переходит в камерлок. Тем временем Набиев, вы посмотрите, устанавливает колючую проволоку в углу ринга. А Хитрых, ой-ой-ой, какой раундхаус-кик. Салдаев уже почувствовал вкус своих собственных зубов. Ой-ой-ой! Теперь клавиатуру нельзя использовать по прямому назначению, дорогие друзья. Просто напополам. Все, Хитрых разошелся не на шутку. Ага, Хитрых завладел этой панелью. По всей видимости, из дерева. Ну, давайте посмотрим, как он воспользуется ею. Хитрых поднимает, взваливает Салдаева на плечи и... Ой-ой-ой! Просто вгоняет своего противника, хардкор-чемпиона GCW, в эту панель. Демидов отсчитывает, но только до двух. Кстати, что можно заметить, Демидов отсчитывал, как и положено, любому профессиональному рефери. Старался не торопиться. И скажу ему за это спасибо. Матч продолжается. Хитрых уже доминирует над Салдаевым. Но Салдаев... О, нет! Прямо в колючую проволоку попадает Алексей. И несмотря на то, что на нем футболка, мало чего приятного попасть в колючую проволоку.
Тем временем Салдаев подходит к своему сопернику и... О, нет! Уродует колючей проволокой лицо Алексея Хитрых. Неимоверная поддержка зрителей. Ой-ой-ой-ой-ой. Алексею крепко достается. Салдаев берет разбег от канатов и фирменный локоть из переката. Да, интересно, вмешаются ли компаньоны Салдаева, ведь правил в этом матче нет. Уравновесить здесь силы может разве что судья Евгений Демидов, который пока что не встревал в матч. Ну и правильно, пока что все в рамках дозволенного, как я полагаю. Владислав Салдаев, гильотина об канат. Хитрых страдает и падает прямо на расставленный за рингом панель с колючей проволокой. Да что ж это такое? Пока что инициатива полностью на стороне Салдаева. И то хардкор-чемпион тоже наполучал от Хитрых. Тем временем друзья Салдаева поднимают Хитрых и заваливают на ринг, чтобы Салдаев мог удержать своего соперника. Демидов даже пытается высвободить Хитрых из-под колючей проволоки. Салдаев удержание. И нет, Хитрых вырывается на счет 2. Да, я напоминаю, матч за хардкор титул. Хитрых отвешивает лютую пощечину Салдаеву. Просто агрессивный обмен ударами между рестлерами. Ой-ой-ой, Салдаев берет степлер. Ах! И припечатывает скобу прямо в живот Хитрых. Вот так вот. Конечно, да, конечно, это разозлило Хитрых. И еще одна скоба впивается в кожу Алексея. Но тот отвечает сломанной палкой о многострадальную голову Салдаева. Господи, да эти рестлеры сделаны из стали. Да что такое? Вот уже начинается снова обмен ударами. Никто не может взять верх и обоюдный клоузлайн. Вот это да, как далеко готовы будут зайти рестлеры, дабы выиграть в этом матче и получить заветный трофей. Титул хардкор чемпиона GCW. Салдаев первым поднимается на ноги. Поднимает своего соперника. Ага, несколько шолдер-таклов в угол. Так, Хитрых надо собраться силами. Скользящий клоузлайн. Пока что Салдаев прибегает к своим излюбленным приемам. Вот уже Набиев подает стул Салдаеву. Хитрых на третьем канате. Миссл дропкик в стул. Опасно. Хитрых принимается удерживать Салдаева. И тут его компаньоны нападают на Хитрых. И вы посмотрите, даже генерального менеджера не обошли стороной. Все-таки противостояние Салдаева и Демидова никак не хочет заканчиваться, дорогие друзья. И что же теперь будет? Кто будет фиксировать результат матча? Вот так вот. Эта группировка во главе с Салдаевым. В полном составе на ринге и сносят Алексея Хитрых синхронными киками. Да что ж это такое? Кто-то должен положить этому конец. Это полный беспредел на ринге, и он абсолютно легален. И тут приходит в себя генеральный менеджер Евгений Демидов. Смотрите, кажется, в его руках кастет. Да, так оно и есть. Попытка Рихтер-Каттера не выходит. Блокирует генеральный менеджер эту попытку. И неужели это его коронный прием с небес на землю? Все, компаньоны Салдаева в ауте. Теперь Демидов должен заняться Салдаевым. Но
все заканчивается лишь демонстрацией кастета. Демидов не стал вступать в открытую агрессивную конфронтацию с Салдаевым. Ну и правильно. Избавились от его компаньонов. Теперь можно вернуться назад к матчу, результат которого по-прежнему не определен. Петров пока что не пришел в себя. Тем временем Салдаев раскладывает стол. Месиво — это самое точное определение происходящего сейчас на ринге. Тем более, что Салдаев раскладывает на столе кнопки. О да, дорогие друзья. Сейчас будет мясо. Салдаев поднимает Хитрых. Я просто не представляю, какую атаку изберет Салдаев для экзекуции. Как он садится на второй канат. Неужели торнадо DDT? Но Хитрых контратакует. Ой-ой-ой. Жесткий панч и жесткий кик. И Death Valley Driver короной проводит прямо на стол с кнопками Алексей Хитрых. Это может быть результативное удержание. У нас будет новый хардкор чемпион. Нет! Нет, Салдаев. Кик-аут. Что предпримет Хитрых, чтобы одержать победу? Так, посмотрите. Обратный захват, четверка. И добавляет удары стулом. Вы посмотрите, ай, как болезненно. И Владислав Салдаев сдается. У нас новый хардкор-чемпион, дорогие друзья. Алексей Хитрых. Новый хардкор-чемпион GCW. Все-таки он сделал это. Шансы были не в его пользу. Но он новый хардкор-чемпион GCW. И имя ему Алексей Хитрых. Давайте поздравим рестлера. Да, Владислав Салдаев вряд ли уйдет на своих двоих. Ему помогают Рихтер и Набиев покинуть арену. Да, Набиев уверенно говорит, мы вернем этот титул. Но это будет, скорее всего, не сегодня. А сегодня Алексей Хитрых празднует свою победу. Вот это поворот. Алексей приглашает на ринг своего лучшего друга, дабы тот сказал пару слов. Да, еще раз поздравим Хитрых с победой. Микрофон, брат, давай. Спасибо большое администрации мероприятия GCW и гостеприимству друзей из Нижнего Новгорода. Я думаю, будем приезжать все почаще. Суть такая, что лучший друг, знакомый лет 17. Сколько его знаю, всегда он занимался этим. И горячие столы были, и все это на самом своей даче. Я очень горжусь, потому что этот человек действительно заслуживает на мой взгляд. И, ну, вы сами, наверное, видите, просто это действительно весело. Не получилось, ну, не в отношении конкретно там Леши на достижения, а в отношении того, что мы сегодня здесь сюда приехали, это вот моя девушка младшая, моя зовут Анастасия. И я бы хотел, чтобы она тоже сюда поднялась. Давай, иди сюда, пожалуйста. Давай, Леша! Я просто хотел сказать, что все незапланированные траты, наверное, потому что... Вот это да! И она сказала, да, дорогие друзья, вот это неожиданно! Предложение руки и сердца на ринге GCW. Счастье молодым. Совет да любовь. Горько. И на этой радостной ноте
Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Счастья вам, любви и хорошего рестлинга, разумеется. Это GCW.